по звонкам звонил по телефону, предлагал iPhone 10 за бонусные баллы. В мае этот 30-летний уроженец Казани переехал со своей женой в Пермский край. Заработать себе на жизнь мужчина решил нечестным путем. Он, зная, что сотовые операторы часто используют бонусные программы, звонил людям и сообщал: баллы можно обменять. Ну вот смотрите, в 2018 году вы пополнили свой баланс. Вам в ответ пришло СМС, что ваш номер попал в акцию. Ну, может быть, да. За год вы должны были набрать 100 тысяч баллов, чтобы сегодня получить телефон Apple X. Вы же эти баллы вообще не тратили за год, я вижу? Нет. Ну, и что, значит, я выиграла телефон? Ну, вы его не выиграли, слово «выиграл» совершенно не подходит, вы его обмениваете на свои бонусные баллы. Чтобы обменять баллы, продолжал мужчина, ему нужно знать информацию о победителе, например, пароли и коды их банковских карт. После обмена информацией люди ждали телефон, а в итоге теряли свои деньги. Таким способом преступнику удалось похитить у 9 граждан более 120 тысяч рублей. Мужчину задержали весной этого года, и он предстал перед судом, который приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Добавим, будьте внимательны, не сообщайте никому данные вашей банковской карты.